От компенсации услуг ЖКХ до назначения детских пособий. Работа специалистов социальной службы связана с ежедневным контактом с людьми разного возраста. Это и пожилые люди, и семьи с детьми, приходящие на прием за консультацией или оформлением выплат. В управлении промышленного района Самары работают 84 человека. Ежедневная нагрузка на каждого – около 10-12 посетителей. Единственный способ избежать в такой ситуации заражения коронавирусом – вакцинация. На сегодняшний день более 70% работников сделали прививки. К нам можно записаться на сайте, можно прийти сюда, также вас проконсультируют, никто не откажет, вас примут. Всех стараемся принять, стараемся, чтобы наши граждане не боялись к нам приходить, что все у нас провакцинированы, мы ждем всех с удовольствием, чтобы всех обслужить, помочь в трудной жизненной ситуации. Светлана Пудовкина работает в социальной службе около 3 лет. Год назад переболела коронавирусом. Восстанавливалась долго, поэтому как только появилась возможность, сделала прививку «Спутник Ви». Скоро планирует пройти повторную вакцинацию. У нас огромный поток людей, мы постоянно общаемся, оказываем услуги. Поэтому я считаю, что нам, как людям, которые работают непосредственно с населением, обязательно нужно быть вакцинированным. Ревакцинацию буду делать обязательно, потому что я считаю, что несу ответственность не только за себя и за своих близких, но и за людей, с которыми мы здесь работаем, вообще общаемся. Посетители, говорят, приходят в отделение с удовольствием. Здесь всегда к ним внимательны и без страха за свое здоровье. Ну, я прихожу себе сюда по необходимости. Сотрудники, я знаю, что здесь почти все привиты, ну, 99%. Сама я тоже вакцинированная, поэтому я нормально прихожу, без всякого чувства страха. Сделать прививку может каждый житель региона старше 18 лет. Для этого можно обратиться в районную поликлинику, а также в круглосуточный кабинет или мобильный пункт вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Напомним, завтра у торговых центров на Московском шоссе 5 и на Дыбенко 30 мобильные пункты дежурят с 10 часов утра до 7 часов вечера. Виктория Шара, события.